тебе по каналу мы засадили. Открываем яички розовые и голубое. Итак, сегодня мы с Салли будем открывать два новых яичка с сюрпризами. А еще у нас есть вот такая коробочка. И эпизодики. Вот это Angry Birds. Мы вам покажем, какая у нас есть прикольная игра. И пульт от PlayStation здесь тоже, да. Сейчас мы вам покажем, как играть в эту игру, да, Салли? Ну да, давай уберем пульт. Давай уберем пульт, но сначала мы откроем яички, да? Да. Давай ты поможешь. Давай. Знаешь, Салли? В этом киндере есть вот такие кнопочки. И они показывают внутри картинки. Да, камеру мы не увидим, но там переключаются картинки с принцессой. Они очень яркие, четкие и красивые. Мы откроем быстренько. Ну что, давай попробуем открыть наш киндер. Да. Так, бумагу мы сняли. Давай, Салли, попробуй открывать яички ручкой. Да. Ой. Конфетка. Конфетка. А что там еще внутри? Да. Ты помочь. Итак, мы сняли бумагу, теперь мы можем открывать киндеры. Давай, Салли, открывай. Опа. Ой, ой, что это вылетело? Вылетели конфетки розовые. Ой, а кто там внутри еще? Давай посмотрим. Открывай. Надо раздвинуть как-то, да? Угу. Мне кажется, эта коробочка не открывается. Это просто вот так мы можем смотреть картинки. То есть тут картинки, там у нас конфетки. Давай откроем вторую. Давай. Ой, тоже конфетки. Смотри, и там розовые, да? Ой. Попробуй, не открывается? Нет. Не открывается, значит, просто смотрим картинки. Да, кто там у тебя нарисован? Давай посмотрим. У меня здесь принцессы нарисованы и снеговик. Как снеговика зовут, знаешь? Олаф. Олаф, да? Да, Олаф. Итак, у нас такие картинки. Теперь мы переходим к Angry Birds. Сейчас мы... Откроем конфетки, да? Да. Сейчас. Итак, у нас в наборе идут вот такие фигурки. Смотри, красная птичка, оранжевая птичка, свинка, да? И еще у нас есть такая свинка. Такая свинка. Та-да-да! Angry Birds. Черная птичка. Салли, какая твоя любимая птичка? Красная? Сиреневая птичка. Вот такая свинка. Так, есть ли что-то еще? Мне кажется, нет. И теперь, Салли, смотри, что нам нужно с тобой собрать. Вот такой пазл. Давай начнем? Мама, спасибо. Итак, мы с Салли начинаем собирать наш пазл. Сначала что надо сделать? Перевернуть все наши части наверх, да? Чтобы мы видели рисунок. Столько тут всяких картинок. Непонятно, что куда собирать. Салли, как ты думаешь, у тебя получится? Смотри, вот такая красная стрелочка. Должна быть еще сиреневая стрелочка, черная и, наверное, зеленая. Вот черный кусочек. А еще какой-то.
красная. Зеленую на зеленую. Опять красная. Серая ставится на черную. Птичку сюда. Смотри, есть сиреневые птички. А еще в зале, смотри, у нас есть такие фигурки. Много-много раз. Что мы из них будем строить? Домик. Домик, да? Давай построим. Ты можешь сама построить? Давай другую возьмем, твою любимую красную птичку. И достроим ее еще вот так наверх. Сажаю ее сюда. Будем ее сбивать. Ой, мимо. Давай еще раз. Птичка, мы тебя бьем. Мимо. Попытка номер три, да? Опять мимо. Шарика мы не можем сбить, попробуем сбить ее свинкой. Свинка, лети! Несбиваемая у нас птичка, да? Еще? Давай еще. Итак, Суса, вот что мы можем здесь играть? Мы можем строить домик и сбивать птичек рогаткой, да? А можем просто поставить наши фишки и ходить, кидая кубик, да? Пока все наши птички не придут в свои домики. Давай постреляем плотки много. Давай постреляем, только давай сиреневую птичку поставим в ее сиреневый домик. Вон у тебя сиреневая фишка, видишь? Получилось? Ну что, будем строить домики? Да. Давай. Давай теперь ставить туда птичку наверх. Еще одну. Еще одну? У тебя такой высокий домик получился. Где наша птичка? Вот эту? Да. Давай ставь эту птичку. Ой, птичка упала, еще не постояв на домике. Давай поставим ее. Получится у тебя? Да, держи рогатку, на. Ты будешь кидать. Спасибо. А где? Бери свинкой, кидай в них. Ой. Давай попробуй просто кинуть, без рогатки. Тебе, наверное, тяжело кидать с рогатки. Мимо. Давай еще раз. Есть, поломали наш домик. Вот такая прикольная настольная игра, да, Салли? Ну да, давай я покушаю конфетки. Давай покушаем конфетки и будем говорить пока-пока. Пока-пока, и подписывайся на канал, и мы с Салли. Пока-пока.